Между тем, у парка, в котором строится новый кадетский корпус в Чебоксарах, появилось название. Парк за домом культуры тракторостроителей был разбит много лет назад. Когда-то там даже предпринимались попытки благоустройства. Впрочем, ничем не завершившиеся. Летом этого года рядом с парком началось строительство нового кадетского корпуса имени Кочетова. Соответствующим образом будет оформлен и зеленый массив. В начале сентября Минобразование Чувашии совместно с Минприроды Республики и администрацией города Чебоксары объявили конкурс на лучшее название парка. В финал вышли 10 лучших названий. Парк юных патриотов России, парк культуры и отдыха Шупашкар, кадетская Роща, Аллея Кадет, Парк Патриот, Парк Молодежи и другие. По итогам онлайн-голосования лучшим для парка Чувашского кадетского корпуса признано название «Кадетская роща».